На 1 декабря в Пермском крае 20 980 подтвержденных диагнозов COVID-19. За все время выздоровело 14 638 человек, скончалось 995. По данным оперштаба, на карантине 4661 житель края. Как сообщают березняковские медики, в их больнице 122 пациента с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. 1534 березняковца на карантине. На больничных койках Соликамска с ковидом 160 пациентов, 146 6 из них – жители нашего города. Поправилось за весь период 618 человек, умерло 17. Под наблюдением врачей – 232 соликамца. Одевайтесь по погоде и будьте здоровы. Евгения Пантелеева, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль ТВ».